Митрополит Саранский Мордовский Зиновий уже не первый раз встречается с учениками старших классов. Живое общение важно не только для будущих выпускников, но и для самого владыки. В процессе диалога между ним и лицеистами рождаются интересные мысли. 14 мая много внимания в ходе встречи уделили духовным основам нашей жизни, нравственности и, конечно же, патриотизму. Мы говорим о тех вещах, которые в материальном мире не всегда очевидны, но очень ощутимы в наших человеческих, личностных перипетиях, в судьбах наших. Вот поднимаем вопросы, которые не всегда имеем время и возможность обсуждать в других форматах. Каждая из серий встреч владыки Зиновия с подростками особенная. Любознательной молодежи нравится впитывать какие-то новые знания, размышлять на разные темы и делать собственные выводы. Как отметил митрополит Саранский Мордовский, ребята талантливы и с энтузиазмом ищут правду жизни в разных ее аспектах. Духовная природа человека является именно той сущностью нашей души, а значит и наших жизней. Потому что душа человеческая, наполненная духовностью, она приобретает и жизнь вечную. Общение получилось продуктивным. Такие инициативы значимы в современном мире, ведь в ходе подобных встреч в душах подрастающего поколения формируется уважение к традиционным ценностям. Валерия Новикова, Станислав Семин, Народные новости.